Когда жар испытаний, жар искушений, жар несчастья поражает вас, ваше настоящее «Я» выходит на поверхность. Те вещи, которые вы держите в себе, а люди продолжают говорить, что вы очень милый, какой замечательный человек, какой спокойный человек. Но многие вещи вы держите в себе. Например, ревность, горечь, ненависть, гнев, зависть, обида. Только вы и Бог, ваш Создатель, знаете.